Друзья, в Вене это Фотифкирхе, это не Штефанкирхе, это другая абсолютно церковь. Ее только-только вот закончили фасад делать, очень старая тоже церковь, находится в Вене, рядом с университетским районом. Все это Фотифкирхе, которая находится в 9-м районе города Вены. Фотифкирхе. Это вы в Фотифкирхе внутри зашли мы. Мы зашли в Фотифкирхе, это в 9-м районе города Вены. Здесь можно свечечки поставить. Свеча стоит 50 евроцентов. Ее только-только фасад отделали, буквально закончили. Вот такая красота. Все время проезжая на трамвае, смотрел, когда отделывали, все хотелось зайти. И вот наконец-то я попал в эту церковь в городе Вене. Такие потолки красивые. Вот. Здесь как сделано все красиво. Здесь еще продолжает стоять леса, продолжает доделывать ее. Красиво. Здесь можно зайти. Вот такие красивые витражные стекла. Очень красивый потолок. И вот такие фрески расписаны. Здесь такой орган стоит. Огромный.
И здесь еще один орган. Очень красиво расписаны потолки. Смотрите, я приближу. А здесь такие голубки. Иконы. Православные иконы Святой Иерархии, Архангел Михаил, Святой Архангел Михаил, Сошествие Ада. Ортодоксы иконы. Святая Екатерина, Архангел Михаил, Николай,
Дмитрий. Друзья, ну вот мы побывали в Фотиевкирхе, вот она, снаружи, а мы прошлись внутри сейчас. Недавно закончили полностью ее реставрацию, фасады делали, все поправляли. Еще раз повторяю, что это Фотиевкирхе, это не Штефан
где на Штефенплац стоит кирхе, Штефан, это другая кирха, это в 9-м районе города Вены. Покидаем мы Фатив кирхе. Огромная высота ее по типу Саграда Фамилии в Барселоне. Фатив кирхе, 9-й район Вены.